Взгляд в пол и общение на «вы». В Московской области в суде сегодня впервые встретились жертва и изверг, который, по данным следователей, отрубил ей кисти рук. Свою супругу Маргариту Дмитрий Грачев в порыве ревности якобы вывез в лес и начал издеваться. О совсем нетрогательной и недолгожданной встрече когда-то счастливой пары. Денис Новожилов. По ковровой дорожке коридора суда важно и молча. Перед прессой эмоции Дмитрий Грачев обычно не проявляет. В этот раз тоже сдержался. Дмитрий, Рита в зале, готовы увидеться. Нашли какие-то слова, чтобы сказать? Обычно ваша мама извиняется. Это первая встреча бывших супругов после печальных событий. Мне было сложно, очень сложно. Я до последнего сюда не хотела идти. Но я понимаю, что мне надо дать показания. И я очень хочу, чтобы поскорее все завершилось. Я переживаю за свою жизнь, за жизнь детей, за жизнь своих родственников, потому что он угрожал нам. Я думаю о переезде, но точно это будет не масштабно, и рассказывать я об этом не буду. Удалить журналистов из зала сразу попросил подсудимый, но ходатайство Грачева удовлетворили частично. Закроют для СМИ обсуждение в процессе лишь интимных подробностей семейной жизни. Во время дачи показаний Дмитрий и Маргарита друг на друга старались не смотреть, общались на «вы». Сколько приблизительно раз вы обращались ко мне? По дороге от детского сада до деревни Глазово с просьбами остановить машину, выпустить, разблокировать двери, еще что-то сделать. Я сейчас детально точно не помню. Во-первых, прошел такой большой период времени, у меня было 4 операции, наркоз тоже очень сильно влияет. Но раз в 5 это точно было. Общественность шокировала жестокость, с которой садист изувечил мать своих детей. В декабре прошлого года Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в лесной массив и отрубил топором кисти рук. Следователям изверг пояснил, это была месть за то, что супруга хотела подать на развод. Во время многочасовой операции в Московской городской клинической больнице номер 71 хирурги смогли восстановить Маргарите кисть правой руки. На левую установили протез. Реабилитацию потерпевшая проходит до сих пор. Да, это страйк! Поздравляю, это вот эта вот рука сделала. Отлично! Дмитрия Грачева судят по 3 статьям. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью злоумышленнику инкриминировали изначально. В дальнейшем обвинения дополнили угрозой, убийством и похищением. Я вот не ожидала, что настолько человек не раскается. У человека нашлось время для того, чтобы задать по 50 раз одни и те же вопросы, но даже вот ни разу, то есть не сказал, что там «извините». Прости меня. В ходе следствия было установлено, ревнивец ранее посягал на жизнь Маргариты. Также силой усаживал ее в автомобиль, отвозил в безлюдное место, угрожал ножом и требовал признаться в изменах. Он знал пароли от ее соцсетей, постоянно проверял телефон. Подозревая жену в служебном романе, обвиняемый даже заставил Маргариту пройти проверку на детекторе лжи. Потерпевшая обращалась в полицию, однако заявление Грачева игнорировали. В результате под уголовное преследование попал местный участковый уполномоченный. По версии следствия, халатность сотрудника правоохранительных органов и привела к трагическим последствиям. Дмитрий Грачев почувствовал свою безнаказанность. Апеллировать на процессе единственным смягчающим обстоятельством. Несовершеннолетними детьми на иждивении Дмитрию Грачеву не удастся. Адвокаты потерпевшей добились, чтобы подсудимого лишили родительских прав. И теперь могут рассчитывать на максимально возможное наказание для обвиняемого. До 15 лет лишения свободы. Денис Новожилов, Игорь Кузнецов, Андрей Николаев. Вести. Дежурная часть.